Всем привет! Меня зовут Ира Кудашова, и я новая будущая ведущая «Орла и Решки». Сегодня мы с вами, к сожалению, не в солнечном Лос-Анджелесе, не в Северной Норвегии и даже не в Рио-де-Жанейро. Но это не помешает мне провести этот уикенд экстремально, холодно и по-богатому. В общем, по-киевски, друзья, мы в Киеве! Я сегодня буду жить как бедный студент. Но я вам докажу, что на 100 гривен я смогу прожить не хуже, чем златокарточник. Поехали! Так, а где автобусная остановка? Итак, мы сейчас находимся в самом элитном и самом престижном районе Киева, на Печерский рынок. И кто сказал, что обычному человеку без золотой карты сюда вход закрыт? Короче, надо снимать нельзя, я отвлекаю от охранника, а мы тоже быстро отснимем. Здесь живут самые богатые, самые успешные люди. Цены на квартиры стартуют от 3 миллионов. Но отсутствие денег – это не то, что остановит меня на пути красивой жизни. Бюджета на Липки мне, конечно, не хватило, но это не значит, что жить я буду на окраине. Мы находимся на центральной площади возле Университета культуры. То самое легендарное место, где летом проходят главные студенческие вечеринки. Пусть не гаснут фонари. Будем слушать R&B. Итак, время на часах, а точнее мой желудок, подсказывает, что нам нужно перекусить. Поэтому мы направляемся в студенческую столовую. У меня на все про все есть 100 гривен. Погнали! Говорят, что тут можно встретить самого Поплавского. Может, нам повезет, и он оплатит мой обед. Поплавского мы, к сожалению, так и не встретили, но зато вкусно поели. В студенческой столовой можно вкусно и доступно поесть всего лишь за 38 гривен. У меня осталось всего лишь 46 гривен, а ночевать на улице я не хочу. Поэтому сегодня я остаюсь ночевать в общежитии. Я очень надеюсь, здесь не будет клопов и тараканов. В общем, за 16 гривен отсюда выгнали какую-то девочку, дали мне липовый пропуск, и теперь я ночую здесь. День был очень сложным, очень насыщенным. Я спать. До скорых встреч, ребята.